Бобровникова Наталья Николаевна. Лучший преподаватель по сопромату. Вот у меня сейчас сопромат закончился на втором курсе. И она очень интересно преподавала. Было очень интересно ходить. Она была у меня и лектором, и семинаристом. И на экзамене она прям вот ходила на экзамене, смотрела, заглядывала в листы всем. И если ты уже на экзамене что-то пишешь, и очень хорошо пишешь, она могла просто подойти, забрать листы и сказать: «Ты сдал».